Громкие крики поддержки, природа и, конечно, теплый чай. На лыжном стадионе имени Анфисы Рисцовой прошли веселые старты. В них приняли участие дети с ограниченными возможностями и члены физкультурно-спортивного клуба для инвалидов «Благо». Сегодня было очень много снега, красивая теплая погода. Провели подвижные эстафеты, чтобы все успели поразогреться и не устать. И после этого уже идем на чаепитие. Всего в эстафете приняли участие более 70 человек. Поляну украсили гирляндами, а члены туристического клуба разогрели на костре вкусный чай. А главным гостем спортивного праздника стал Дед Мороз. Он поздравил всех участников с наступающими праздниками и каждому вручил сладкий подарок. С Новым годом! Поздравляю! Всем здоровья, счастья, любви! Ура! Родители тоже не оставались в стороне и помогали детям проходить испытания. Был праздник, Дед Мороз, Снегурочка, нам все очень понравилось, правда, ребенок очень стеснялся, но думаю, это не проблема. Немножко поучаствовали, да, с тобой поиграли, а теперь пьем вкусный чай. Такие зимние мероприятия проходят ежегодно, организаторы стараются не повторяться, а характер активности зависит от погодных условий.